Клуб «Диалог» — это большой дружный коллектив, объединяющий в своих рядах тех, кто считает, что с выходом на пенсию жизнь приобретает только новые краски. Каждое заседание — это встреча с чем-то необычным и интересным. В очередной раз во главе угла — литература Брещины, ее тенденции и перспективы. Ветераны, ну не просто их интересуют и размер их пенсии, там другие вопросы или жилищно-коммунального хозяйства. Они у нас очень активные. Буквально в каждом у нас 100 первичных организаций работают формирования различной направленности. Вот. И они, и люди творческие, тоже интересует и вот такая поэтическая жизнь. Они трогают наши струны души, они зажигают негаснущую свечу, которая побуждает у нас веру в будущее, в добро, справедливость, человечность. Радует нас. Обогащают нас. Приятно осознавать, что среди нас живут талантливые люди, умеющие создавать красивые рифмованные строки. В их числе и Николай Просмыцкий. На счету автора более десятка книг о жизни и культуре белорусов. За многолетний труд на творческой ниве в торжественной обстановке Николай Просмыцкий был удостоен грамоты от руководства города. Побуждает меня писать мое интересное прошлое. У меня отец и мать очень любили поэзию. И когда мы вечером собирались, ложились на печь, включали лампу, отец читал стихи. «Во глубине сибирских руд храните гордое терпение» и так далее. А я все впитываю, смотрю, как это все делается. Уходит отец, стихи читает мать. Уходит мать, читает стихи сестра. И так я в поэзии купался и очень рано начал сам писать. В этот день в зале звучало слово, звучала мелодия творческой души, услышать которую смогли участники большой встречи. Организаторы уже продумывают, каким будет новое мероприятие. Его тема станет известной совсем скоро.